К сожалению, в таких административно-территориальных единицах, как Кишинев, Сороки и Штефанводе, зарегистрированы микроочаги семейного типа. Это должно сделать нас более внимательными и более ответственными. Мы должны проявлять не только личную, но и коллективную ответственность. Мы должны продолжать следовать всем рекомендациям, исходящим от системы здравоохранения. Домбровяну рассказала и о проблемах в сотрудничестве с приднестровскими коллегами, которые почему-то отказываются предоставлять данные о количестве вылечившихся от коронавируса пациентов. В цифры, предоставляемые ежедневно Минздравом, включены данные о количестве подтвержденных случаев заражения и летальных исходах, случившихся на левом берегу Днестра. Однако нам не предоставляются данные о выздоровевших жителях Приднестровского региона. Поэтому при посредничестве Бюро по миграции нам удается получать эти данные для того, чтобы не страдала статистическая картина и чтобы Молдова могла предоставлять достоверную и реальную информацию. По данным на 19 мая в нашей стране общее число подтвержденных случаев коронавируса составляет 6340, из которых 3611 активные. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 221 человек. Общее число выздоровевших – 2508.